Вооруженные силы ЛНР продолжают выбивать украинских нацистов с территории республики. В районе поселка Нижнее военнослужащие оборонного ведомства ведут бои за контроль над стратегической переправой через реку Северский Донец. Сложности вызывает то, что вооруженные силы Украины отступили в сам населенный пункт и заняли оборону в жилых домах. Противник сейчас засел в многоэтажках и оттуда ведет огонь. И опять же, наверное, прикрывается мирно. Но где вы точку уже определили? Да, конечно. Ну, тяжело стрелять, потому что, чтобы не зацепить гражданское население, приходится действовать аккуратно. Прикрываясь мирными жителями, украинские боевики ведут обстрелы наших позиций из жилой застройки, предпринимая попытки выбить наших военнослужащих. Услышав первые разрывы снарядов, передвигаемся в укрытие. Как здесь обстановка? Бывает тихо. Ну вот сейчас долбят, в том числе и по нам. Ну да, мы уже привыкли. Постараемся, конечно, ходить кустами, чтобы не видно было нас. Все равно как сейчас у нас. Каждый день одно и то же. Стрельба. Такие обстрелы здесь уже привычное дело. Однако эти действия противника ничуть не подрывают боевой дух защитников республики, а наоборот, добавляют сил для освобождения своей русской земли. Сейчас вот с левой стороны, получается, бой идет. Ну так вообще продвижение продолжается? Продвижение продолжается. Как настроить? Настроить боевой. До куда дойдем? До Киева точно дойдет.